Друзья, всем привет! Свежие новости по нашей тематике. 13-летний школьник из Германии нашел клад датского короля. Среди найденных сокровищ оказались серебряные монеты, жемчуг и украшения. Как я уже говорил, клад обнаружил 13-летний школьник Лука Милошниченко и его учитель Рене Шон во время исследования немецкого острова Рюген в Балтийском море. С помощью металлоискателя они нашли монету и при детальном рассмотрении выяснилось, что это древняя серебряная монета. В данное время профессиональные исследователи организовали археологическую экспедицию на остров и в ходе раскопок обнаружили настоящие сокровища. Серебряные монеты, жемчуг, кольца и браслеты. В общей сложности было найдено 600 предметов. Историки предполагают, что найденный клад принадлежал легендарному королю Дании и Норвегии Харальду Гормсону, более известному как Харальд I Синезубый. Харальд считается одним из католических святых. В 1965 году именно он крестил Данию. Пока это все, что известно на данный момент. Кому понравилось, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Счастливо! We'll be right back.